Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что же все-таки предлагает нам сама программа Камтазия и почему бы этим не воспользоваться, если уже все практически готово. Итак, мы имеем вкладочку «Library» или же «Библиотека». Переходим туда и начинаем рассматривать наше меню или, так сказать, что же нам там предлагают. Можем увидеть необычные, яркие, красивые заставочки просто для нашего видео. Есть разного рода ярких красочных переходов, которые вполне себе редактируемы. То есть вы можете вставлять свой текст вместо того, что вам предлагает сама Камтазия. Итак, я вам сейчас хочу показать вариант, когда же можно самому ставить нужный вам текст. Давайте мы рассмотрим на примере вот одной из таких. Итак, вот мы видим, мы просто его перетягиваем к себе на нашу дорожку. Вот мы перетянули, увидели, что у нас целая группа, которую мы можем экспировать, разгруппировать. При правой клавишей мышки мы нажимаем, видим выскочившее все меню для разгруппирования, или же просто нажимаем плюсик и видим, что у нас там целая группа объектов, над которыми была проведена определенная работа. Вот наш текст, мы его выделяем, первый текст, который нам нужен. Щелкаем по нем и, соответственно, вводим туда свой текст. Например, вот такой текст. И щелкаем по второму тексту, выделяем его, соответственно, вставляем свой, опять же. Если же нам текст не нужен, второй, например, мы просто его удаляем. То есть эту дорожку мы просто удаляем. Изменяем текст там по жирности, по шрифту, по ширине, по каким-то критериям, которые нам хочется. Работаем, смотрим, учимся и обязательно используем нашу библиотеку. Ну что ж, если будут вопросы, снова-таки прошу, можете обращаться.